Этого представителя семейства кошачьих часто называют символом Кавказа. Его от собратьев отличают по пятнистой окраске и стройному, немного вытянутому и словно сжатому с боков телу. И если льва принято уважительно называть царем зверей, то про леопарда можно сказать, что это самая ловкая и красивая кошка. Передний азиатский леопард или кавказский барс долгое время обитал в наших горных и предгорных районах, но сейчас он относится к исчезающим видам животных и занесен в Красную книгу. В 2006 году Министерством природных ресурсов и экологии России была утверждена программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, рассказал нам доцент, кандидат биологических наук Асламбек Батхиев. Согласно этой программе, создан центр восстановления и реабилитации переднеазиатского леопарда. И вот смотрите, в принципе, ученые считают, что на весь Северный Кавказ где-то к 2000-2010 году сохранилось максимум 10 особей, возможно. Ну, в общем, на Большом Кавказе. Это нужно с учетом и Закавказья. Грузия, в первую очередь, часть Азербайджана. Почему? Потому что леопард – мигрирующее животное. Такова экологическая специфика этого вида. Он очень большие территории заселяет, и по этой территории очень широко перемещается постоянно. Поэтому пришлось Копетдаг, это недалеко от Малого Кавказа, и вот пришлось оттуда там отлавливать и завозить, и искусственно так содержать. Ну и за эти 10 лет, это началось в 2009-2010 году, получили уже несколько раз потомство, в Дагестан 2-3 особи заселили, в Абхазии выпустили. Но теперь разговор идет о том, чтобы и в Ингушетии, поскольку места благоприятные, если охотинспекция будет тщательно охранять кормовые ресурсы, серную и безорого козла, то ну, где-то одна-две семьи смогут существовать. Леопард – это хищное млекопитающее семейство кошачьих. Встретить этого хищника можно не только в горах Северного Кавказа, но и в Армении, Азербайджане, Афганистане, Грузии, Иране, Казахстане, Пакистане и Турции. Переднеазиатский леопард считается одним из крупнейших из представителей своего подвида. Может достигать до 60-70 килограмм весом, и длина тела у него может более 2 метров вместе с хвостом. Вот. Но есть такая закономерность, закон зоологический. Чем севернее ареал обитания вида, тем крупнее, так сказать, этот вид в своем роде, в систематическом роде. Вот род пантеры или барсы. У нас, мы знаем, есть дальневосточный леопард, есть переднеазиатский леопард, есть африканский леопард. Вот дальневосточные леопарды, поскольку это более северная, более, так сказать, холодная климатическая зона, они наиболее крупные, до 80, иногда даже, как исключение, до 100 килограмм могут достигать. Но наши, соответственно, южные представители, они более мелкие. Но все равно достаточно крупная кошка. Конечно, это животное, способное справиться с туром, с крупным бизарровым козлом, который иногда даже 100-110 килограмм могут весить, если зрелый самец. 70-80 килограмм средний вес. Окраска зимнего меха леопарда очень светлая. Основной фон бледный, серовато-охристого цвета, иногда светло-серого с песчаным или красноватым оттенком различной интенсивности. Пятнистые узоры образованы относительно редкими пятнами, которые обычно не полностью черные, а часто с буроватым оттенком. Этот хищник обитает в субальпийских лугах, лиственных лесах и густых зарослях кустарников. Держится у выходов скал и россыпей камней. Охотятся они, конечно, с крадом. То есть это, как и все кошачьи, засадники, хищники-засадники. Они, насколько возможно, близко подкрадываются в засаду, как говорится, часто, так сказать, становятся, садятся. И оттуда стремительным броском в пределах там 4, 5, 10, так сказать, скачков очень быстро и энергично настигают добычу. Но преследовать, как волки, они этого никогда не делают. Это совсем другая, так сказать, специфика. Кстати, леопарды ненавидят шакалов, волков,
и в местах своего обитания они их истребляют. Потому что, понятно, они видят в них конкурентов кормовых, да? Ну и почему-то вот такое отношение к этим хищникам, да. Ну, понятно, скорее всего, конечно, это связано с инстинктом защиты своих угодий кормовых. Рацион этого хищника составляет среднего размера копытные животные, такие как олени, джираны, муфлоны, безуаровые козлы, дагестанские кубанские туры и дикие кабаны. Также мелкая добыча – мыши, зайцы, дикобразы, а также мелкие хищники, такие как лисицы, шакалы, куни, птицы и рептилии. Асламбек Магомедович отмечает, что в последний раз леопарда видели в окрестностях села Верхний Алкун в 1948 году. То есть они обитали, ну, начиная от Верхнего Алкуна, по Аси, вот этот каньон, Асинские ворота, скалистый хребет и, значит, по скалистому хребту вверх туда, в сторону водораздела к Чеченской Республике, к Чечне. Почему? Потому что вот в районе этого каньона, реки Асы, разрезающего скалистый хребет, там с обеих сторон популяция серны держится. До сих пор обитают серны. Ну, 50, 70, 100 лет назад, конечно, это была гораздо более многочисленная популяция. Способная была прокормить 2-3, может быть, даже и 2-3 семьи леопардов. В сторону Цори и на водораздел держались всегда безаровые козы. И сейчас держатся. Я в свое время находил выше Цори, до 27 голов насчитывал стадо. Причина сокращения популяции переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе – преимущественно человеческий фактор. Известно, что в середине 19 века рост населения в этих регионах постепенно вытеснил барса из привычных мест его обитания. Заметно уменьшились его охотничьи угодья, и в поисках пищи зверь все чаще спускался к селениям, включив в свой рацион домашний скот. За разбой на подворьях хищную кошку объявили вне закона. Кроме того, леопард всегда привлекал внимание охотников. Он был опасным противником, поэтому добыть его шкуру считалось для горца особой доблестью. Безудержная охота привела к тому, что этот хищник практически исчез. Сейчас, конечно, ведется работа по восстановлению леопарда на Северном Кавказе. Переднеазиатский леопард – это, конечно, уникальное животное. Это, я бы сказал, гордость Кавказа. Это символ, ну, такого, так сказать, великолепного, мощного, красивого, значит, хищника. При этом я бы даже не постеснялся бы назвать его благородного хищника, потому что леопард никогда больше того, что ему требуется для пропитания в данный момент, не добывает. Была информация от некоторых чабанов, живущих постоянно наверху, о том, что они видели, значит, и когда я им обрисовал, показал рисунок, они убедительно говорили: да, мы видели вот издалека, в бинокль, значит, в таком-то месте, в верховьях, значит, Асы. В августе 2020 года сразу 4 переднеазиатских леопардов выпустили в дикую природу. Одну пару – Кавказский природный биосферный заповедник, а вторую – Турмонские леса Северной Осетии. А так как животное мигрирующее, будем надеяться, что его популяция увеличится и леопард вскоре появится и в горах Ингушетии.